Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство ZTE Axon 30. И сейчас я покажу вам, как делать резервное копирование на Google аккаунт на данном устройстве. Вначале мы нажимаем на кнопку питания, разблокируем наше устройство, переходим в настройки, спускаемся вниз и нажимаем кнопку система. Потом нажимаем кнопку резервное копирование и нажимаем начать копирование. Начать копирование. Резервное копирование данных. Начато. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всего хорошего.